По предварительным данным, 14 марта 2024 года в 7 часов 5 минут в городе Калининграде со стороны аллеи Чемпионов в направлении Восточной эстакады следовал автомобиль МАН под управлением 40-летнего водителя, который при подъеме на эстакаду допустил наезд на барьерное ограждение слева по ходу движения и опрокидывания. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Выбирайте скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой. Учитывайте особенности и состояние транспортного средства и груза, а также дорожные условия. Не отвлекайтесь от управления. Берегите себя и своих близких.